сейчас мы будем снимать. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь вот с зумой. Собирать такой пазл вот этой ручкой. Мы откроем вначале. Да, он у нас упакованный, поэтому нам надо его распаковать. Мы же собираем все новое. Первый раз, чтобы было интересно. Вот. Тут несколько пазлов разных. Фруктов, овощей. Нужно собрать правильно. Вот. Давай, с чего начнем? Давай, давай, давай. Оранжевый, оранжевый, я люблю апельсинку. Так. Так. Тик. Тик. Они деревянные, видишь, плохо собираются. Может быть, давай вот эту попробуем сверху положить. Мы тут не разобрали, видите? Тут две детальки слиплись. Оп, что-то тут спряталось. Давай. Вот это да, я такого еще не видел. Да, Зум, бывает всякое. Апельсинка, вот видишь, долька апельсинки. И сама целая апельсинище такая. Еще. Да. Какого цвета апельсин? Такого. Оранжевого. А это фрукт или овощ? Фрукт. Фрукт. Правильно. Это фрукт. Вот сюда давай уберем. Дальше давай, что будем собирать? Мы будем собирать яблочко. Яблочко? Ну, давай, ищи, где яблочко. Еще где же еще? Вот, еще слипшиеся. Сейчас их надо разлепить как-то. Давай, ты пока ищи яблочко. Где еще? Это яблочко, наверное. Детальки. Так оно слип. Наверное, не знаю. Вот так? Вот так, наверное. Ну, давай. Это детальки, наверное, будет. А это что? Наверное, тут должна быть. Вот так? Вот так ух надо? Ух ты, да. Ну, вот так. Так, и что еще? Еще кусочек яблочка надо найти. Давай, ищи. Это, наверное, не так. Наверное, вот так. Вот. Есть у нас еще яблочко или нету? Зума, ты съел яблочко? Я не ел яблочко. А куда же делся кусочек яблочка? Соединяй. Держи. Я держу. Так они, оп. Слиплись, опять слиплись у нас кусочки яблочка. Это яблочко? Не знаю. Давай посмотрим. Яблочко. Какого цвета яблочко? Зеленое. Белая. Да. Колючка. И косточка. А яблочко это фрукт или овощ? Фрукт. Правильно. Так, а теперь давай мы соберем вот это что-то красное такое. Это помидорка, наверное. Да, ну соберешь его? Давай, давай, собирай. Мне очень интересно. Вот. Дальше. Так,
помидорчик легко собирать, да? А помидорчик какого цвета? Красно. Вот такой. Но еще это... зелененький. Хвостик. И еще вот такие семечки. А помидорчик это фрукт или овощ? Овощ. Правильно, это овощ. Давай мы его положим в эту сторону. Фрукты там будут, а овощи здесь. А вот зелененькое соберешь, что это такое? Это, наверное, огурчик. Огурчик? Вот так они слиплись. Ай, ну как-то они слиплись неправильно. Это вот так идет? Нет, ну совсем не так. Ну что это? Ты как один? Тогда вот так. Вот. Да. Хе-хе-хе. Я молодец. А дальше? Опять. Ну что это? Какой-то кривой огурец получился. Вот, так посмотри какой. Два огурчика. Один надрезанный, а другой целенький, да? А огурчик это фрукт или овощ? Овощ. А какого он цвета? Зеленый. Ну и куда мы его, сюда положим или сюда? Иногда. Ну, тут у нас фрукты, а тут овощи. Куда мы положим огурчик? Вот сюда? К овощам, да. Тук. Так, а это что у нас тут не еще? Не знаю, наверное. Давай собирать бананчик. Ну, ищи дальше детальки, ищи. Тут у нас еще вон детальки есть. Это так, так. Да. Это вот так? Один почищенный уже, а другой в шкурке. Да, вот такой вот. На фиолетовом фоне у нас получается что-то получается опять не так. Оп. Какого цвета банан? Золотой. Это фрукт или овощ? Фрукт. Фрукт. Куда мы его отодвинем? Вот сюда. И осталось у нас вот что-то еще непонятное. Это, наверное... Давай, собирай, что это? Капуста. Не знаю, давай соберем, это, посмотрим. Это, наверное, пацаны. Вот так это идет. Вот так? Да. Правильно? Правильно, правильно, я знаю. Мне очень нравится его кушать. Неправильно теперь. Давай, Си, убирай. Это так стоит. Вот, да. Да, что это такое? Я вообще-то не знаю. Это баклажан. Баклажан это. Баклажан как это кабачок, только он вот такой горьковатый баклажан. Как ты думаешь, это фрукт или это овощ? Овощ. Овощ. Куда его надо класть? И что у нас получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пазлов, да? 3 фрукта и 3 овоща. Вот как мы собрались так вот, да? Молодцы.